Здравствуйте, гости и подписчики моего канала Ланаил. И сегодня я вам хочу показать, как я делаю порошок из мыла. Вот и мне уже остатки порошка. Это мне немножко тут плохо размял я кальцинированную соду, так как вода у нас жесткая. Порошок мне очень понравился. Делаю я его из мыла. И предлагаю вам сегодня сделать его вместе со мной. Для этого нам понадобится, я использую вот такое мыло Сарма против пятен. Я уже пробовала им тереть. Терла. Вот такой у меня кусочек обмылка остался, тоже против пятен мыло, какое-то название я не помню. И вот такое мыло у меня тоже детское. Ну и так как вода у нас жесткая, у меня вот остатки кальцинированной соды есть, я ее тоже буду добавлять. Итак, приступим. Вот эту терку я уже тут терла мылка. Натираем мыло вот через вот такую мелкую. Но я вот через такую мелкую предпочитаю. То есть вот есть крупная, но мне не нравится большие куски. Мне вот нравится, когда прям вот она мелкая-мелкая. И просто вот натираем вот таким образом наше мыло. Натираем. Вот видите, какой-то она мелкой-мелкой-мелкой стружкой становится. То есть в горячей воде она будет просто великолепно растворяться, мылиться вообще супер. И вот так продолжаем натирать. Стирать я уже таким мылом пробовала. Стирала я, правда, руками, но мне очень понравилось. То есть пена обильная прям. Я очень люблю, когда прям и носочки прям хорошо отстирались. Мне прям понравилось. То есть машинки автомат я еще не пробовала. А для машины вот активаторного типа тоже прекрасно подойдет. И за счет того, что я вот, допустим, натираю мыло против пятен, как бы она получается хозяйственная, что ли, вот Сарма. Единственное, то, что вот оно мягковатое. Ну, не твердый мыло такой прям уж Сарма. Поэтому, чтобы натереть, надо усилие приложить. Так вот, я натерла наше мыло Сарма. Вот что у нас получается. Видите, какая мелкая стружечка. То есть в воде будет просто великолепно растворяться. Далее я возьму обмылок. Вот тоже не помню я название. Тоже вот против пятен какое-то мыло. Вот оно уже жестче. То есть оно прям жесткое. И трется оно, конечно, прям побыстрее. И при натирании оно прям вообще как вот прям как пыль становится. То есть прям очень мелкий. Сейчас я натру и покажу вам. То есть тоже прям вообще супер. Я люблю так, чтобы вот у меня быстро все растворялось. Чтобы не надо было там ждать, пока чат киснет.
Мне надо, чтобы порошок у меня быстро растворялся. Без каких-либо дополнительных манипуляций. Так вот, видите, вот она наша сарма, вот стружечка лежит. И вот наше мыло. Видите? Прям вот как пыль стала, как порошок. Так, и следом я возьму обыкновенное детское мыло. Тоже прям вообще великолепно трется. Легко. Сейчас покажу вам тоже. Видите, оно вот тоже прям мелко-мелко-мелко. То есть, соответственно, когда будете воду засыпать, уже оно будет просто моментально растворяться. И трется прям быстро, в отличие от сармы. Очень быстро трется. Вот наши. Так, и так как вода у нас очень жесткая, я для смягчения воды всегда добавляю кальцинированную соду. Вот видите, там если кусочки, допустим, плохо разламываются, их тоже можно вот через стёрку. Это кальцинированная сода. Все это доступно в магазине. Если у вас вода мягкая, то вам она не нужна. У нас вода очень жесткая. Просто неимоверно. Какая она жесткая. И поэтому, конечно, приходится добавлять. Добавляю я всегда на глаз. Так, все. Ну и совсем прям мелкие, которые есть, я их просто вот руками разминаю. И все, перемешиваю. Ну все, наш порошок готов. А стирать таким порошком прям вот одно удовольствие. Наш порошочек. И не хуже, чем Тайд, не хуже, чем Ариэль, даже лучше. Никаких лишних ингредиентов или что-то там еще, они там всякие отдушки добавляют, ничего такого нет. То есть прекрасно можно постирать как и детские вещи для малышей, для малышек, так и взрослые вещи можно стирать. Если вам нравятся мои мастер-классы, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если есть желание поддержать мой канал, поблагодарить меня за мастер-классы, ссылка на карту будет внизу под видео.
Всего доброго и до новых встреч. До свидания.